Снова огня под огромной луной. Все. Хотела бы вам показать свою старую комнату. Сейчас охренеть, конечно, за беспорядок, извиняйте, но... Ой, нифига, салют. Извините, изображение говно, потому что здесь освещение ужасное. Короче, вот здесь я жила, когда была маленькой. Вот, как бы это можно видеть по куче игрушек, по плакатам, по всякой рисовальной маленькой доске. Вон, игрушки, подушки в виде игрушек. Нашла, короче, сейчас кассеты. Это папина рабочая форма. Вот. Короче, здесь много всего. Мы здесь отмечаем Новый год. Как бы здесь огромный, огроменный просто мой шкаф любимый. И там как бы ничего не видно. Но, вот, знаете, это мой старый дом. Вид вот такой. Как бы это частный домик. Здесь мы будем праздновать Новый год. Вот, я праздную Новый год как проститутка. Специально открыла окно, чтобы показать, что творится на улице 9 января. Все идут на работу, а я в 6 утра снимаю, как они идут на работу. Вот это наши основные автобусы и маршрутки, поэтому сейчас... Ого! Все с остановки уехали, а был, наверное, человек 40, не меньше. Ну, вот так все выглядит. Пойдемте покажу, что я творю на кухне. Прошел час, делаем драники. Плачем от лука, слушаем телевизор. Убогий телевизор, на самом деле. Вот. Драники будут. Сначала хотелось штуку, но потом поняла, что еще очень рано. Вот. Так что, когда сделаю, покажу результат. Я думаю, хозяйка плачущая. Итак, делаем драники. Сейчас будем класть все на сковородку. И заодно у меня работает стиральная машинка. И музыка. Я почти приготовила драники, но поняла, что у нас в семье нет сметаны. А мои сметаны есть не будут. Я-то уже съела 3, и мне хватит. Так что сейчас пойду с оливковым маслом и сметаной. И еще что-нибудь куплю из овощей. И да, сейчас где-то 7:30 утра. У меня же 10 часы на кухне есть. Что я туплю? Вот, сейчас у нас почти 8. Выгляжу, конечно... Не шилы-кузгут, мне надо голову мыть, вы уж извините. Ну, я это планировала, но так как я снимаю влог, надо показывать, как я выгляжу. Вот, фигово. Доброе утро. Топаю по нашему страшному подъезду в магазин. Ничего. Как всегда, ничего хорошего. Мы выходим. Дождь. Сметана. А огурцы я не купила. Проблема. Итак, купила я актуалии сметану для драников. Масло не купила, а огурцы не купила только по одной причине. Сейчас объясню. Так как во все русские города приезжают иностранные гости, которые получают здесь паспорта, находят здесь работу, магазин круглосуточный, называется «Моя семья», многим, наверное, он известен. Пошла я в него, думаю, ну, ближе к дому, стояла возле стенда огурцов и рассматривала какие-то бешеные цены просто на огурцы. За 2 не очень длинных огурца, уж простите за такие темы, на огурцы, да, на канале вроде как более-менее красоты, да, 127 рублей. Я все высматривала, каким-то развесны или еще что-то. Ничего не нашла. Но потом думаю, ладно, я возьму, я хочу огурцов. И на меня какой-то смотрит добрый дяденька черномазый. Смотрю, он из магазина. И он так смотрит, как будто вот я сейчас девушка подозрительная в капюшоне, украду у него эти идиотские огурцы. Ну вот реально. Как бы ни выглядело, всегда за воровку какую-то принимают. Хоть накрашенная под маньяка, хоть вообще не накрашенная, хоть грязная, хоть чумазая, все равно как воровка буду. Все время на меня смотрят, в ритуале на меня смотрят, в окей за мной ходят. Не знаю, охранники, у них мания какая-то. Но я решила, в жопку эти огурцы, я их не возьму, ему же будет хуже, потому что ему доплатят меньше, чтобы его смену продалось меньше огурцов.
Потому что он какой-то там раскладчик фруктов. А вообще, я уж не знаю, как эти зарплаты устанавливаются, но просто сам факт, что смотрит так, как будто я в его страну приехала, а не он в мою. Я, конечно, не расистка, но из-за всех этих ужасных случаев, что сейчас случились, не знаю, за этот год столько всего дерьмового случилось, надеюсь. Точнее, не за этот, а за тот случилось много. Надеюсь, что в этом это все будет лучше. Побыстрее бы, честно говоря, отсюда уехать. По крайней мере, на время просто посмотреть, как в других странах. Все, что там лучше, хуже, как бы хочется попутешествовать. Вот. Ну, я пошла что-нибудь сделаю, потом вам опять засниму. Потому что танцевать еще нельзя. Сейчас 8:20. Ну, а вот и мой завтрак. Все-таки не удержалась и взяла еще 2 драника, самых больших, но сметана набухала больше, чем драников. Также у меня там кусочек маздама, розмарин хотела сказать. Вот, блин, забыла, как называется это растение. Совершенно недавно его открыла, Наре называется. Ничего себе. Ладно, и помидорки черри. Я напишу название этого чуда, забыла, и актуаль. Сейчас смотрю Леди Лаки. Ладочку, и вот какой длины нужно снимать видео. По крайней мере, интересно. Не какую-то тягомотину, но вот такие разговорные видео я просто обожаю. Я уже докушала дранички. Вот, я умничка. Кстати, вот здесь вот у меня видео новые. И одно, короче, вообще бредовое. Я даже показывать вам его не буду. Я просто экспериментировала с компьютерными программами. Там уже редактируется еще одно. В общем, я вся, скажем так, в работе-хобби, потому что это здорово и мне понравилось. Вот так вот. Поехали. Ну что, выгляжу я, конечно, не лучшим образом. Вся мокрая, блестящая. Прошло почти час. Я танцевала, если кто-то играет в эту игру, песни подряд, то есть не выбирая их, просто танцевала. Сейчас открыла окно, потому что консоль уже перегрелась. И иду ванну. Вот, так что двигайтесь, спорт, вау, здорово. Я пошла мыться. Скоро вернусь. Бу! Хотите почувствовать эффект дежавю? Драники. 10-е число. Опять все заново. Только сегодня их будет больше. Сейчас, может, многие поинтересуют, а что за фигня? Ты же вчера ела драники. Ну, я почти не ела, съели остальные. И сейчас опять придется идти утром в магазин, но не в тот, в который мы ходили вчера. А в тот другой, в общем, в Окей. Потому что продуктов много надо покупать, много чего закончилось. И позже объясню, почему. А пока мы еще доделываем драники. Вот так вот. И всем, да, вот доброе утро. Сейчас у нас 6:30. Вот так вот. 2-й день. Но мне никуда не надо. Я никуда не езжу. И вчера, да, я заснула в 12:00 и проспала до 4:00 утра. Каникулы. В машину ты, как всегда, спешила. Ты все сама решила. Но я тебя люблю. Чего у вас так блестят? Я жмутая. Ты метель в моей постели. Бла-бла-бла. 2003 год поймет. Трава называется рукула. Ни рама, ничего остального. Рукула. Я первый раз попробовала в своей жизни. Вот. Ребят, напишите мне, будет интересно. Вы любите рыбу? Вот примерно такую. Я вот не очень. Но что поделать. И драники я не люблю, но мне приходится делать. У меня, кстати, есть вот такой бомбезный чай. Я его просто обожаю. Развесной. Там вот такая вот красотень. На самом деле, я не понимаю, почему я вам рассказываю чай, если мы же должны были уйти. Ну, в общем, такая вот вкуснота. Ладно, пойдем. Ну что, на улице никого нет? Почти никого. Машины, конечно, стоят, люди идут, немножко смотрят. Идем в магазин. Вот так вот. Что-то мне подсказывает, что магазин не работает. Мы с девушкой в магазин первые зашли. Было все закрыто, открылось только в 8. Вот так вот. Так что магазин. Не видно. Я все купила, вышла. Иду домой. Разнообразие.
Только чай добавился, очень вкусный. А, сейчас смотрю культуру... А, нет. Вот, короче, творчество, культура и стиль. Купила журнал Yes. Здесь какие-то для ногтей штучки в Vivienne Sabo. Наверное, даже подумаю, попробую. Будет идти ближе, ближе, и что-то там на-на-на-на-на. Это, если я не ошибаюсь, подруга Сони Ясман, да? Я, честно говоря, ни ту, ни другую не очень смотрю. Вообще, сейчас от Ютуба отошла. Зачем снимаю кого-то, если можно снять себя? Меня сегодня ждет куча одежды, чтобы ее гладить. Меня ждут гости. Я жду гостей. Я жду игру биошок, жду тренировку. И в понедельник я жду занятий. У меня будет одна пара. Я надеюсь на это, что нам не поставят еще какие-то дополнительные. Ну, по расписанию две пары. Но на одну из них я не хожу, это на физкультуру. Потому что мне по зрению нельзя. Хотя я хожу в спортзал. Вот, я поеду в понедельник в спортзал. Я очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень рада. Потому что он находится далеко от дома. И в каникулы мне было как-то в зоопарку ездить туда. Потому что на путь уходит час. И обратно час. А после спортзала у меня мокрая голова. Я просто боюсь простыть. Потому что хоть на улице или очень холодно, но простываю я безумно быстро. Да, у меня намазаны только губы. И не очень аккуратно, потому что хотелось просто побыстрее в магазин сходить. А, кстати, я купила питьё, кефир, молоко, сметану, бананы, много-много-много всего. И мы еще с родителями спорили, мол, на сколько денег это выйдет. Я говорю, все, я рассчитала, все это выйдет на 500 рублей. Да там больше 500 рублей будет, ла-ла-ла, бла-бла-бла. Все они мне говорили. В итоге вышло на 407 рублей. Я великий счетовод. Ну, плюс журнал. Хотя на журнал я не рассчитывала. Вот так вот. Так что считайте заранее, насколько вы будете покупать. Потому что, когда я живу одна, мне это очень пригождается. Потому что, когда идешь в магазин, надо знать, какую сумму брать, какую сумму просить, какую сумму с карточки снимать со стипендии. Это все сложно. Ладно. Я смотрю видео. Мне приятного аппетита. Надеюсь, сегодня я сниму, наконец, что-то интересное. Иначе влог будет просто о драниках и о том, как я провожу одинаково свои выходные. Это не есть гуд. Ладно, я пошла. Посмотрите на эту ужасную погоду. Я просто в шоке. Идет дождь. Сегодня 10 июля, хотела сказать. Хотя больше на 10 июля похоже. 70 января, я еще раз повторяю. Нам говорят, что у нас будет вечером минус 12. Ну, я как-то не знаю. Сейчас на данный момент у нас 3 градуса. Плюс. Ну так вот. Так что сегодня я, наверное, никуда не пойду, потому что сейчас уже 10 часов. Ладно, все, закрываю окно, это прохладно. Надо бы мне накраситься, а то я такая страшная. У меня штатив кружка. А, мне, кстати, написали, вспомнила, мне, да, мне недавно девочка одна, а может, не девочка, ребят, не знаю, написала просто логичное одно сообщение: смири линзы на очки. Что это может быть значить? Смири линзы на очки. Ну, я так поняла, что она имела в виду смири очки на линзы. Не хочу я менять. Вот мне некоторые писали, если тебе неудобно в очках, смени их на линзы. Но дело в том, что если я буду без очков, я буду страшненькой. Потому что, во-первых, я привыкла к очкам. Во-вторых, очки делают меня старше, мне это нравится. А без очков я похожа на малолетку. И как-то выгляжу он уже, но совершенно не по-своему, совершенно не по-светлановски, скажем так. Вот, поэтому я менять не буду их. Я люблю, конечно, форму, буду менять в будущем. А потому что скоро буду волосы подрезать вот так, то есть, ну, без хвоста, а просто пынь. Как бы, ну, много буду отрезать, не суть. Потому что давно хотела, но сейчас решила, что как только лето настанет, я поеду отдыхать. А после этого поеду... Я уеду жить в Лондон, я уеду туда, где большая вода, может быть, навсегда. Вот. Меня как бы отпустили. Я как бы накопила. Вот. Поэтому я поеду туда, буду снимать квартиру.
Но это пока в планах, если все удачно сложится, потому что квартиру арендовать не так сложно, есть много прекрасных сайтов. Я не хочу жить в гостиницах, потому что готовить я сама могу, жить я сама могу, и мне лучше в квартирке какой-нибудь. Знаете, есть бывают такие квартиры, где сразу газовая плита и кровать, и посрать, простите. В общем, вы меня поняли. Сейчас, сори, собираю белье в спортзал, и меня кто-то спросил, мол, какую форму ты носишь. У меня нет какой-то особой формы, иногда я одеваю кофту, короче, на три бока, сверху у нее футболку, а чаще всего вот это, и мне приходится это стирать каждый день, потому что, да, все знают такие штаны, да, Discovered. Я их купила 3 года назад, что ли, когда ходила на хип-хоп. Они удобные, мне все равно, что какие-то идиотские стереотипы говорят, что эти штаны, простите, для нерусской национальности, да, в них ходят люди темного цвета кожи, но дело в том, что мне все равно, что говорят обо мне, они удобные, красивые, и плюс все равно эта надпись перекрывается вот этой кофтой, ее уже, наверное, я не знаю, сколько раз видели, кофта дешевая, купила на самом деле из-за того, что просто испачкалась моя в автобусе, я на жвачку села, мне ее не перевернуть. В общем, кофта там какая-то Let's Play Music или что-то такое, сейчас покажу. А, нет, это не та кофта. Ну, в общем, она огромная, длинная, и она мне чем нравится, потому что здесь на концах есть вот такие вот завязочки, которые, блин, утягивают как хочешь. Здесь написано whatever, из магазина New Yorker, сам большой размер. Ой. Я ошиблась. Вот. В общем, вот такой вот серый костюм, черные штаны. И еще полотенце там собираю. Много барахла. На самом деле, рюкзак такой, огромненький. И там еще нету, притом, бутылки с водой. Бутылка вообще он где валяется. Кстати, мне, ребят, вот мужчины, может, меня смотрят мужчины, я знаю. Что мне сделать с паркетом? Мне его не соединить. Он у меня искосился полностью. Короче, это жесть. Вот моя форма. Я спортсменка. Я выбираю спорт. Распечатала я свое расписание. О мой бог. Ладно, в понедельник меня все еще устраивает. Хотя физкультура... Ладно, файн. Но вот единственный день меня просто убивает. Суббота. У нас как бы числитель. Не знаю, как у кого. Но у нас вот здесь числитель, здесь знаменатель. Так вот, в знаменатель мы отдыхаем. А в числитель у нас день просто ужасно прерван. У нас 3-я и 4-я пара права. И дело даже не в этом. Просто весь день на смарку. Я еду туда к 2 часам, там провожу 3,5 часа, и весь день убит. Зачем это делать? Поставили бы первыми парами, я бы лучше к первым поехала, и был бы день свободный, я могла бы куда-то съездить. А так только опять в воскресенье, свободный нормальный день. Бред. Ну, прием 11:46. Получился ужасный влог. Кто-то звонит. Мне не надо идти никуда. Так вот, сейчас у нас 11:46, место приема. Короче, я несу бред, но погода у нас не изменилась, и мне не удалось заснять то, что я хотела. Я не знаю, появится ли это на Ютубе, не появится. А даже если появится, я, наверное, удалю через несколько дней. Ну, потому что я планировала совершенно по-иному все заснять. Я хотела заснять вам наши красносельские магазинчики. Но ливень до сих пор идет, и очень сильный, уже 2-й день. А завтра выходные, снимать у меня, честно говоря, нет особого такого прям желания. Даже не то, что нет желания, просто... как сказать, я-то сниму, но ладно, не буду объяснять. It's him look. В общем, да. Пока-пока. Вкусно готовьте, хорошо убирайте. За детьми следите, если есть. Bye.